Всем привет! С вами Inform TV. Иногда актер играет сотни ролей, но настоящую популярность ему дарит только одна. Так случилось и с Виктором Бычковым. Неважно, кого и где он теперь играет, все знают его как Кузьмича из «Особенностей национальной охоты». Этот образ очень сильно повлиял на всю творческую биографию актера. Например, именно в образе Кузьмича Виктор проводит экскурсии по Карелии, а еще он как-то работал в мастерской в Финляндии, тоже в этой роли. В кино артист продолжает сниматься. Кроме нескольких частей продолжения «Особенностей национальной охоты», он снимался в картинах «Гибель империи», «Первый дома», «Вий», а ролей в сериалах и не сосчитать. В 2012-м зрители могли видеть любимого актера в шоу «Танцы со звездами». А еще он часто появляется в видеоклипах российских артистов. Женат Виктор был 3 раза. Первый раз зарегистрировал брак еще в студенчестве с актрисой Натальей Васильевой. Она родила ему сына Григория, но брак не продержался и года. К сожалению, Бычков так никогда и не видел своего первенца. Во второй раз он женился тоже на актрисе Елене Симоновой. В этом браке родился сын Федор и дочь Арсения. Но и эти отношения долго не продержались. И только в зрелости он встретил свою настоящую вторую половинку. Ею оказалась театральный режиссер Полина Белинская. Она родила ему сына Добрыню. В прошлом году Бычков появился сразу в нескольких проектах «Подкидыш» и «Две девицы на мели». Если вам нравился фильм «Особенности национальной охоты», то ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!